одноклассниках пишут, а у меня интернета нет, прикинь. Алло, братан, ты не в курсе, как включить интернет? Зайди в настройки. Зачем настройку? Без лишних вопросов, просто зайди в настройки. Хорошо. Все, братан, я зашел, что дальше? Видишь рабочий стол с инструментами? Да, вижу. На нем зеленая папка. Ну, вижу. Нажми на нее. Нажал. Ты что, рукой нажал? Абонент, жопой, блядь, конечно, рукой. Просто возьми мышку. Блядь, где я тебе мышку возьму? Да там должна быть, ищи. Да, вижу. Мышкой нажми на зеленую папку. Жму. Нет интернета, братан. Вот я мышкой жму, но нет интернета. Видишь окно рядом с рабочим столом? Да, вижу. Просто зайди в него. Ты чё гонишь тут третий этаж? Я убьюсь. Слушай, если хочешь интернет, зайди в окно. Слушай, я так сильно интернет не хочу.